соглашение, и мы согласились построить... Как правильно общаться журналисту и пиарщику? Возможно ли избежать конфликта? Ответы на эти и другие вопросы студенты ЮРГУ получили во время мастер-класса Василия Карельского. Руководитель пресс-службы акционерного общества КУЮ «Нуклеар» выступил в рамках фестиваля «Науки кстати». Желающих посетить встречу с журналистом было настолько много, что в отведенной аудитории не хватало мест. Очень люблю студентов, которые здесь учатся. Они необычные. Они особенные, у них очень интересные вопросы, они хотят все знать. И времени на мастер-класс, который уделяется, нам всегда мало. Вот. И я всегда уезжаю отсюда с какой-то надеждой обязательно вернуться сюда. И всегда надеюсь, что будет больше времени на общение. Василий Николаевич рассказал об особенностях работы рекламистов и журналистов на примере собственного опыта. В течение карьеры он успел поработать с обеих сторон. В конце его выступления у всех желающих была возможность задать вопросы. Человек нам дарил свою энергию, требовал от нас энергию и буквально заражал желанием делать этот мир лучше. И приятным бонусом для меня было то, что я получила эту матрешку. Я задала вроде бы такой, не относящийся к теме вопрос, но он почему-то понравился и было очень приятно сфотографироваться вместе с этим человеком, получить такой подарок из его рук и вообще получить какую-то поддержку со стороны зала. После окончания мастер-класса журналист признался, что с удовольствием еще раз посетил бы Челябинск и ЮРГУ.